что сегодня дождя нет. Там мы ездили. Вот я же говорю, вон подъем туда наверх. От дороги, там дорога тупиковая вот так. А это наше что-то хотело. Там где-то лебедилище какой-то был этот подъем. Мы же подъезжали на Шишку, потом спускались в верхней части. Мы города, да, и туда ездили. Да. Все горы, короче, там везде. Там прям вот так, вертикально вниз? Ну не прям вертикально, но машина это не стоит на месте, едет. Скользит. Тащит. Вадик, а ты когда УСС брел? Я только сейчас поняла, что ты без УСС. Реально. Томкины коктейли меня вчера ушатали. Я не помню уже, мы тут какой, 4-й день? Ты в один из дней сбрил? Ты в смысле здесь сбрил, на поляне? Нет. Напайкали всех, обрили наголо мужиков. Они ходили куда-то, потом все лысые оттуда возвращались. Вот тригопункт видно. Перешейки. Это глюки, Федя? А нет, вот смотри. Вот прямо. Смотри, а, да, перешей, да. Вон, видишь? А вон коровы, смотри. Да, да, я тоже. Охренеть. Это, наверное, которые... Это кони, которые вчера, наверное, были на поляне. Когда мы приехали вчера. И когда мы приехали? Позавчера, да. Лёха! А нельзя заднюю часть машины поднять и подложить колесо, под колесо бревно? Ладно, пошла я вас. Неинтересно тут у вас? Сейчас приедет Юра. А потом те поедут в ту сторону. Кто-нибудь бампер сломает, интересно. Точно сломает? Мы попросим. Ну, Сиконя очень хочет, чтобы Рина сломал бампер. У него потому что на продажу лежит усиленный для Рины.